Друзья, первая находка сегодня, ранненьким утром, у меня здесь выскочила пломба. Пока темно, ничего не могу разглядеть, но какие-то цифры есть. Может быть, какие-то надписи тоже будут. Уже нормально. Должен приехать Виталик. И мы сегодня продолжаем, как говорится, коп. Сезон не закрываем, так как погода еще позволяет. И решили походить. Сегодня у нас 30 декабря. До Нового года остался один день. На улице плюс 3. В лесу все растаяло. И поэтому мы решили покопать. Сонька снимает, да? Вот приехал Виталик. Всем привет. Наконец я его дождался. У меня уже второй сигнальчик здесь. Уже первая находочка была. Пломба. Да? Отлично. Так что копаем. Что-то здесь пикало хорошо. Туда, я тут тоже помню, ходил здесь. Надо все выхаживать. О, блин. Монетосик. Так, друзья, первый монетосик сегодня. Пока темно, не видно ни хрена. Сейчас скажу, что это такое. Это у нас империя. Походу, одна копеечка. Нормально. Всем привет, друзья. Сегодня очередной коп. У нас сегодня 30 декабря. Я решил приехать опять покопать. По старым имперским дорожкам да по лесочкам. Вот приехал мой друг Виталик. Уже нашел сигнальчик. Что-то поднимает. Немецкий патрон. Немецкий патрон, говорит. Начинаем. Так, ребятки. Что там у нас такое было? Так. Гильзач. Гильзач какой-то весь раскуроженный. Ну, одни гильзачи, видишь. Немного сбились с пути, но ничего. Вроде бы держим направление правильное сейчас. Был сигнальчик, вроде бы нормальный. Сейчас посмотрим, что там. Может, пробка какая-то. Или гильзач. Скорее всего, пробками. Ну, копать зашибись, песочек такой, да? Какой-то артефакт непонятный. Запчасть какая-то. То ли от снаряда, то ли хрен знает, что за фигня. Есть какой-то сигнальчик интересный. Посмотрим. Что там такое? Что тут такое может быть?
Бухарский динарий. Как же без них, родимых. Блин, ну тут такая дорога вроде бы как тоже довольно серьезная, да? Странно, что ее на карте нет. Ну, на старой карте. Вот сейчас расцвело, решил посмотреть свои утренние находочки. Одна копеечка 1899 года и пломбочка Рыбинск. А что там у нас было, интересно? Февраль. Какого года, блин? Пока не вижу. Так, был сигнал, друзья, неплохой. Не знаю, что тут. Может, пробка? Но был хороший сигнал. Ага, монитосик. Монитосик. Еще одна империя. Еще одна копеечка. ...1885 года. Ну что, значит, дорожка... Дорожка правильная. Так, что-то есть, друзья, надо посмотреть. Вроде сигнальчик неплохой был. В корнях. Опа, ни хрена себе артефакт. Вот это да, какая-то древняя ручка, блин. От сундука, что ли? Офигенная находочка. Круто. Ага. Что это у нас такое? Поясок от снаряда. Блин, хорошо звенел. Хорошо, звенел красивенько. Вот, друзья, мы уже возвращаемся как бы обратно на место свое, откуда мы начали. Я вот решил чайку попить, перекурить. У меня сегодня нормально по находкам. Пока две империи. Какая-то ручка от сундука. Но Виталий говорит, что это какая-то конинка. Возможно. Вот Виталик там идет потихоньку. Идет по старой узкоколейке. Ищет осколки от рельсов. Металлолом ему нужен. А мы чаек.
Вот, друзья, мы уже возвращаемся как бы обратно на место свое, откуда мы начали. Я вот решил чайку попить, перекурить. У меня сегодня нормально по находкам. Пока две империи. Какая-то ручка от сундука. Но Виталий говорит, что это какая-то конинка. Возможно. Вот Виталик там идет потихоньку. Идет по старой узкоколейке. Ищет осколки от рельсов. Металлолом ему нужен. А мы чаек. Вот такие вот дела, друзья. Вот такие дела, друзья. Маленький перекур. И продолжаем. Еще пару часиков есть. Ну вот мы вернулись на старое место, откуда мы начали свое путешествие. И где я нашел первую имперскую монетку, буквально рядышком нашел вот патрончик. Целый патрон. Оставляем его здесь. Для других поколений. Ну вот, друзья, что сегодня мне удалось найти в сегодняшнем копе. Конинку, как говорит Виталик. Две империи по одной копеечке. И пломбу. На этом пока что все. Ну, я думаю, что и, наверное, все, потому что мы уже закругляемся. Тут осталось у нас чуть-чуть времени погулять до автобуса моего. И будем закругляться. Так что буду прощаться. Пока-пока. Подписываемся на канал. Еще будет много всего интересного. Не забываем ставить лайки. Увидимся в следующем году. Пока.